Родители кировских детсадовцев и учеников смогут присутствовать на утренниках и выпускных в этом году. По итогам заседания оперштаба по борьбе с инфекцией в области сняли ряд ограничений из-за коронавируса. Но с одной оговоркой: мероприятия будут проводить только в зданиях школы или детсада, причем для каждой группы или класса мероприятие будет закрытое. Руководство учебного заведения обязано будет обеспечить соблюдение всех санитарных норм, измерение температуры тела, обработка рук антисептиком. Все присутствующие должны быть в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. А вот массовые гуляния в честь 1 мая остаются под запретом. Решение о проведении праздничных мероприятий 9 мая и Великорецкого крестного хода пока не принято.